Сегодня блюдо, которым я покорила своего мужа, по его словам. За это я тебя и полюбил. Благодарю. Привет, друзья, с вами Ухты Кухня. Рецепт моей фирменной тушеной капусты. Поехали. Сковородку на огонь. Столовую ложку смальца или любого жира или растительного масла. Здесь не принципиально. Пусть греется. А я беру лук и нарезаю на мелкий кубик. Как все-таки удобно, что есть хвостик. Удобно нарезать. Ничего не жду, сразу высыпаю в сковородку. Немножко присолю и обжариваю до мягкости и прозрачности. Следом пойдет морковь. Натираю на крупной терке. А рядом, друзья, можно и перчик нарезать. Один небольшой красненький. Есть, есть, нету, можно и без него обойтись. Тоже на соломку. Когда лук стал прозрачным, добавляю морковь и перец. Перемешиваю и обжариваю несколько минут. И первая фишечка, друзья, моей тушеной капусты. Фарш. Граммов 200-250. Много не нужно. Для запаха. И вкуса. Конечно. Так получается, капуста тушеная практически с мясом. Вкус потрясающий. Прошло буквально 3 минуты. Можно уже добавлять фарш. Разминаю лопаткой, чтобы не было комочков. Такую штучку уже, друзья, можно довести до готовности и с удовольствием съесть. Но ждем, набираемся терпения. Впереди еще самое интересное. Когда фарш хорошо размялся, пусть себе здесь жарится, выпаривается жидкость, а я займусь капустой, друзья. На тушение капусту всегда шинкую вручную. Какая бы шинковка крутая у меня ни была, так получается вкуснее. Из личного опыта говорю. А, капусточка-то у меня сочная, зимняя. А берем и шинкуем. Как получается. Кстати, я смотрю, у меня еще хорошо и получается. Скажи. Шеф-повар. Мастерство не пропьешь, 100%. Это точно. Сидит такой, говорит, так хочу твоей фирменной капусты тушеной. Так в чем проблема? Так капуста — это веник для организма. Конечно. Он чистит. Полезно, вкусно, сытно и легко. Можно и на ужин, и на завтрак. Ой, и в больших количествах. Друзья, ароматы на кухне просто потрясающие. Посмотрите, какая красота. Жидкость уже выпарилась, можно смело добавлять капусту. Перемешиваю и обжариваю капусту вместе с фаршем и овощами. Несколько минут, пока она не уменьшится в объеме. А я еще подшинкую, потому что это мало. Это нам мало. Это только мне. Да. Все дальше. Все в капусте. Стараюсь почаще ее перемешивать, чтобы она равномерно прям поджаривалась. Это вторая фишечка вкусной тушеной капусты. Капусту нужно поджарить. Нагрев под сковородой средний. Есть у меня, друзья, один подгулявший помидор. Ну не выбрасывать же. Добавлю его в капусту. Натру на терке. У хорошей хозяйки все должно идти в ход, Сережка. Ты знал об этом? Конечно. Это шутка, друзья. Ой, у меня здесь уже все отлично. Она начала поджариваться. Натуральные сахара, которые в ней есть, карамелизуются. Это тоже придаст вкус ей. И, конечно же, друзья, в свою капусту я добавлю томатный морс. Рецептом я делилась. Примерно 300 мл. И сюда же этот подгулявший помидор. Чайную ложечку сахара для баланса. Немножко соли. Перемешиваю. Конечно же, томатный морс можно заменить на томатный сок, томатную пасту, что любите. Вкусно совсем. Ух, как зашкварчало. А как это аппетитно. А пахнет вкусно. Вообще шикарно. Так вкусно пахнет. Накрываю крышкой и тушу где-то 7 минут. Оставайтесь с нами, друзья, будет еще один интересный ингредиент, который вы точно не добавляете в тушеную капусту. Анечка, что ж там с капустой нашей? Смотрим. Прошло 7 минут. Ух ты. О, посмотрите, какая красотка у меня здесь. Еще есть немного жидкости, и это нормально. На этом этапе, друзья, вуаля, добавляю 2 столовые ложки панировочных сухарей. Да-да, вы не ослышались, именно панировочных сухарей. Попробуйте добавить, это придаст капусте такой вкус обалденный. На кончике чайной ложки копченой паприки. Черный молотый перчик быстренько сюда. По вкусу. И, конечно же, нужно довести по вкусу солью. Граммулечку. Перемешиваю.
Теперь ты, Сережка, знаешь все секреты приготовления моей фирменной капусты. Все, да не все. Да-да. Ой, друзья, если бы вы только слышали этот аромат, обязательно бы поставили 1 000 000 лайков. Это очень вкусно. Накрываю крышкой на 1 минуту. Через 1 минуту добавлю несколько кусочков лаврового листа. Совсем чуть-чуть. 1 листочек порвала и добавила. Все. Крышка. Отключаем нагрев и даем постоять хотя бы 10 минут. И будем обедать или ужинать. Ой, у нас с Сережкой все как-то вот так поменялось. Перекрутилось, да. Нет сил больше ждать, друзья. Нарезаю хлеб. Та-да-да-да-та-да. Опа! Ух ты! Да, друзья, с вами Ух ты кухня. Немножко перемешаю. Посмотрите, какая сочная получилась капуста. Класс. Первый пошел. Как же это аппетитно, Анютка. Я знаю, Сережка, это так вкусно пахнет, что у меня прям... это и на вкус вкусно. Красавица. Все, друзья, ставьте лайки за такой вкусный рецепт. Я сейчас хочу это прям при вас попробовать, чтобы вы ощутили, как это вкусно. Где моя вилка большая? Со своей тарелки. А у тебя красивее. Ну что ты всегда жадничаешь, не даешь со своей тарелки пробовать? Всем приятного аппетита, мирного неба и вкусной еды. Капуста немножко альденте и в то же время и приготовилась. В общем, просто идеально. На мой вкус просто идеально. Все, хватит с моей тарелки кушать. Дай еще пару вилок. Мне хлеб не нужен. Все. Всем мирного неба на этой земле. Угу. И любви в сердце, доброты. Ой, друзья, благодарю вас за комментарии. Бывает, читаю, плачу. Бывает, читаю, смеюсь. Иногда, конечно, и злюсь. Заходят некоторые такие, как на них сказать, индивидуумы. Так что, хозяюшки, я вас от души благодарю. Пишите в комментариях свои рецепты тушеной капусты. Будем готовить вместе. Ведь правду говорят, чем проще еда, тем она вкуснее и полезнее. Все. Всем хорошего дня, позитивного настроя, благодарных мужей, чтоб на руках носили. И вкусной еды. Да. Прям тебе. Ань, давай еще добавки. Друзья, ну что я говорила? Смотрите, пустая тарелка. Один лавровый листочек оставила. А что ты, Сережка, лавровый листочек не съел? С радостью, любовь моя, с радостью. 1 ложечку больше не дам. Я тебя люблю. Еще одну, нет, пожалуйста. Капуста это все-таки чистит мой организм. Везде должна быть золотая середина. Нет, ложку достаточно. А я третью добавку люблю, можно? Нет, все, это лимит. Благодарю. Ты что, вылизала, что ли? Маня, ты тоже хочешь? Нет, Маня, тебе такого нельзя. У тебя своя еда. Все.